Томские каратисты прошли обучение в ежегодной зимней школе Федерации карате Кёкусинкай России. Занятия были организованы в Свердловской области. Томская федерация была представлена тремя инструкторами из областного центра городов Северск и Колпашево. Был судейский семинар, очень грамотно проведен под руководством Андрея Владимировича Буры. Разбирались до мелочей спорные моменты боев прошедшего чемпионата России. У руководителя Федерации карате Кёкусинкай города Северска на школе были свои задачи. Сергей Шагеев сейчас готовится впервые представить Томскую область на чемпионате России по ката. Я долго шел к этому. Ну, это как техника позволяет. Я решил все-таки двигаться в направлении ката, чтобы и в организации, и в региональной был человек, который мог отвечать за ката и уже работать в этом направлении. Помимо тренировочного процесса, на школе обсуждали и организационные вопросы. Речь шла о работе инструкторов-преподавателей региональных федераций. Тут важно отметить, что Томская федерация наконец-то получила официальную аккредитацию Министерства спорта. Мы теперь официально развиваем данный вид спорта, и кроме нашей организации в Томской области никто это не имеет делать права. Теперь еще и каждый тренер до нашей федерации будет проходить аккредитацию, имеет документ, подтверждающий свое право на проведение тренировок. Обучение в школе – важный этап самосовершенствования ведущих тренеров региональных федераций. Подобные занятия проходят два раза в год и собирают сотни человек из 40 областей России. Их главная задача – формирование и поддержание единого стиля преподавания кёкусинкай.